Всем доброго, меня зовут Александр. Продолжаем делать апуло-коринфский шлем. Делаем орнамент. Начинаю вот я сдирать. Вот в этих местах у меня будут орнамент. А сюда я вот быка нарисовал в Corel. Вот распечатал, потом масштабировал два варианта. Один у меня 16 на 12, второй 10 на 15. И какой из них, вот сейчас надо посмотреть, какой из них сюда подойдет. Так, это 5 на 10 и 6 на 12. Так, ну начнем с большой. О, слушайте, маленькую мне тогда и нафиг не надо будет, я большую налеплю. Или маленькую. Маленькая тоже вроде как неплохо будет смотреться. Да. Нет, большая, наверное, все-таки будет побольше, получше. Вот, и теперь у меня как бы два варианта. Первый — это вырезать вот это все дело из бумаги, то есть миллиметровую. Я хочу сделать ее рельефным, то есть вот эти штуки разные по толщине на шлепке там будут выделяться, ну такая рельефная вещь будет. И варианта 2. Либо все это дело от миллиметровой бумаги вырезать один контур, потом на него наложить чуть другой, все это дело вот так вот наклеивать, потом подточить и подшпаклевать. Один вариант. И второй вариант — это контур обвести и поэтому вот нанести, обвести и на него уже накладывать из шпаклевки. Я вот видел, человек делал такую самодельную модельную пасту. И попробовать ей. Вот. Если клеить бумагу, то есть вариант, что она отвалится. Все-таки модельная паста, она будет плотничком так лежать. Причем, и вот эти вот я, конечно же, буду делать из модельной пасты орнамент. Поэтому, наверное, попробую я сделать из модельной пасты. Если не получится, я ее сниму, сошлифую. И тогда уже делать нечего. Буду делать из бумаги. Решил я сделать пока быка из бумаги, как вариант. То есть, вот два слоя по миллиметру. Наклеил сначала первую границу. Потом по вот этой линии отрезал, миллиметр догнал. И теперь, думаю, еще одно, но уже не миллиметр, а, наверное, полмиллиметра. Вот эту верхнюю. В ней вырезать вот эту дырку и вот эти вот пятна наклеить. Посмотрю, что из этого получится. Вот он, этот бык. После чего нагреть феном, может быть. Выгнуть его по вот этой, по этому нащечнику и уже приклеить. Пока не знаю, на что не решил. Ну и быка пока самого как такового нет. Думаю, вот эти вот
прямые, ну тут под 90 градусов, может быть, сточить, может быть, ну пока не решил, там видно будет, пока и бык-то не собран. Вот, и тем временем я нарисовал, опять же, в Corel'е, вот, древнегреческие орнаменты. Вот, распечатал, измерил там маленькой рулеточкой, сколько они должны быть. У меня тут получились, ну, такие цифры в прямоугольниках, вот, под Т-образный, вот под этот, это 2,5 высота на 25 миллиметрах, сантиметрах. Это у меня получается вот этот вот. Это и вот здесь вот будет. Так, Т-образный будет вот тут. Вот этот будет вот здесь. Это у меня получается примерно 2 на 30. Потом такие волны будут. Это вот здесь две штуки. Это вот эти вот. Это 1,5 на 8. И на всякий случай нарисовал 1 на 9. Это вот эти вот. Которые, ну, попробую сделать вот сюда вот. Сначала быка, конечно, приклею, а потом уже буду обклеивать, смотреть, как там все это дело получится, если получится. Ну, что-нибудь да придумаю. И теперь вот думаю, что вот, вот этот вот прямоугольный тоже попробовать вырезать из бумаги, довести там до, ну, 1,5 хотя бы миллиметра минимум. Потом вот это тоже, возможно, будет бумага, ну, по крайней мере, постараюсь. А вот эти уже, наверное, из бумаги не получится, и придется их самодельной пастой делать. Сейчас пока с этим буду разбираться, а там уже с пастой посмотрим. Может, и эти все придется из пасты делать. Может, даже быка придется из пасты делать. Там видно будет. На этом данное видео закончено. Следите за развитием событий, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.